Июнь заметно пополнит календарь спортивных мероприятий Чувашии. Сегодня завершился летний этап фестиваля ГТО. В предстоящие выходные в Чебоксарах пройдет Олимпийский день. Кроме этого, столица Чувашии готовится принять предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике. Подробнее о самых значимых спортивных событиях месяца говорили на пресс-конференции в Министерстве спорта. «Заряди наших на победу в Рио». Именно под этим лозунгом пройдут выходные в столице Чувашии. Поддержать сборную страны жители городов и сел планируют в рамках 27-го Всероссийского Олимпийского дня. 18 июня на стадионе «Олимпийский» пройдут массовые забеги, велопробеги, зарядка, соревнования по уличному баскетболу, пляжному волейболу и показательные выступления спортсменов. Хотим кинуть такой клич, что первых 20 человек, которые придут в физкультурно-спортивные комплексы в районные центры в городе, получат диплом от Олимпийского совета. С 20 по 23 июня на стадионе «Олимпийский» пройдет чемпионат России по легкой атлетике. По его итогам будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ожидается у нас участие более 1000 спортсменов из всех регионов России. Судя по информации, которую получаем все вместе в новостных лентах, ожидается участие всех лидеров сезона, лидеров всероссийского рейтинга. Надеемся, они будут отбираться на Олимпийские игры. Но в любом случае событие это значительное для всей России. При любом раскладе это будет самый крупный чемпионат России этого года. Хозяева соревнований также примут участие в борьбе за путевку на Олимпиаду. Сборную Чувашии представят 38 спортсменов. Тренеры огласили задачу минимум – заработать 1-2 золотые, серебряные и бронзовые медали. Конечно, пока о поездке в Рио российской команды по легкой атлетике говорить рано. Но уже в эту пятницу, 17 июня, в Вене состоится Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ИААФ, где будет оглашен окончательный вердикт. Очень хотелось бы, чтобы здравые умы Всемирной ассоциации легкой атлетики и ВАДы придут к консенсусу и допустят наших спортсменов на Олимпийские игры, потому что недопуск наших спортсменов – это просто-напросто, скажем так, неуважение Олимпийской хартии и российским спортсменам, которые достойно будут выступать, спортсменам мировой державы. Во время чемпионата России по легкой атлетике состоится лотерея по билетам, различные розыгрыши и, конечно же, будут подарки. А уже 25 июня стадион примет чемпионат России по спортивной ходьбе. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.